Что за инсиус? Перк, что ли, какой-то? О, ребята, новая карта. Госпиталь типа сгорел. Клево. Стены такие, как ну, кладка такая каменная, как в замках, что ли. Слушайте, а карта-то вообще шикардосная, вообще она такая красивая, прям вообще офигенная. Я даже играть не хочу, я хочу просто наслаждаться этой картой. Ты чё тут творишь-то, а, хулиган? Хулиган, а? Уж как, ух какой, а? Наглец. У меня тут и так все сгорело. Так он еще и крюки ломает. Ой, на самом деле, вот это вот, как ее зовут? Вот это, блин, медсестра, она очень кемперская. То есть, если я отхожу, то я не смогу просто никого поймать. Я даже не знаю, вот не отходить кемперы не очень хорошо. Но если я не кемперы, то я не могу просто тупо спать. Там можно внутри побегать. Ай-яй-яй-яй-яй. Промазала. Вот как она мажет? Куда пошла? А вот и крючок для тебя. Прям вот рядом с крючком. Молодец. Умница. Спасители, я жду вас. Они лечатся там? Беги давай. Беги, моя дорогая. Молодец. Бежала. Но у меня явно лучше стало получаться. С телепортацией. Она сейчас, наверное, улетит. Надо далеко. Перк убегает страх. А, нет, это говёный перк. Потому что он кемперский. Я никогда не буду пользоваться кемперскими перками. Тут второй этаж появился. А, ну. Тут просто с вторым этажом. Я когда вот эта вот медсестра что-то там кряхтит, мне все время кажется, что это я слышу стоны этих выживших. Ой, да кто же это у нас тут был, а? Да кто же это был тут у нас, а? О-о-о!
Ой! Тебе не больно? Надо тебе... Не знаю. Может, что-нибудь отпилить, что ли? Да, с ваншотом это имба, я согласен. Нет, я так далеко не могу прыгать. Я где-то вот отсюда, наверное, могу прыгнуть к нему. Ладно, хрен с ним, пусть спасается. Я думаю, что я уже нафармил. Давайте просто посмотрим немножко карту. Вот смотрите, тут второй этаж есть. Тут внутри прям есть такие комнаты. Шкаф прям тут странно стоит. А что у нас на втором этаже? Ну тут такой лабиринт, я скажу, неплохой. Тут даже убегать можно по этому зданию. Нормально так, с дощечками. Тут вот есть... А, вот тут вот в одну комнату можно спрыгнуть, типа. Чё, прикольно. Ну да, опять. Он вон там. Значит, ты тут заныкался у нас, шоколадный. Ну чё, я тебя просто не буду, ну и валяйся тут. Чё ты? Кстати, не только русский язык исправили, еще и исправили китайский. Ой! Друг дорогой! А я тебя ищу! Куда ж ты пропал-то, а? Ну как имбовые? Если ты не знаешь карту, то конечно имбовые. Но когда карту все изучат, они уже не будут такими имбовыми. Ну где-то там вылечил. Наверное. Ну да, где-то там. На него спасать не пошли. Мне кажется, они в пати. Вот они друг друга там и спасают. Спасибо, спокойной ночи. Давай, до завтра. Давай, до завтра. Звучит как давай, до свидания. Ооо!
Да, тут мансы пипец. Если карту не знаешь, прям вообще. А можно улететь прям через стену? Да, можно. Слушайте, я тогда зря этого не сделал. Шалун? Да ты прям топ-мансер. Да ты мансер 80-го левела просто. Они специально тут бегают, типа крюков нету. Чувак, все равно будешь висеть. Шоколад мой. Ништячок. Смотрите, после того, как она на круг сажает, они так дергаются прикольно. Можно даже предположить, так если коварно от боли просто такие. Надо было больше сидеть здесь, чувак. Чем дольше сидишь, тем больше шансов на крюк сесть. Молодец. О, смотрите, так у меня катка сейчас может быть золотой. Понятно. Не, нифига. Ну что, делаем ставки. Убежал. Нет, не убежал. О нет, ты так далеко убежал. Он хочет что, вечно вот так вот что ли брать?
Ой. Кажется, тебе на крючок, парнишка. А вот и твой крюк. Тебе к другу, к друзьям пора. Ну я просто очень крут сейчас был. Великое жертвоприношение мне дали. Этот, даже как он называется, достижение. Я первый раз четверых, что ли, повесил? Круто.